27 июня, 6 лет назад, в Ташкентской епархии произошло памятное событие. Здесь вновь обрели утерянную много лет назад святыню, образ Пресвятой Богородицы Тихвинская Слезоточивая. В честь годовщины обретения почитаемой иконы митрополит Викентий и епископ Петерим совершили божественную литургию в Ташкенте. Икона была написана на Святой горе Афон более 100 лет назад специально для храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Ташкента. Но с разрушением храма она исчезла. В начале 2000-х годов образ был обнаружен в антикварном магазине на Украине. Ее выкупили за большие деньги, а спустя некоторое время, в 2013 году, передали в дар Ташкентской епархии, Свято-Успенскому кафедральному собору Ташкента. На протяжении последних 6 лет вошла в добрую традицию торжественно отмечать 27 июня как День обретения иконы Божией Матери Тихвинская Слезоточивая. В этот день в кафедральный собор съезжается духовенство со всей епархии, чтобы вместе со своими архипастырями помолиться перед этим чудотворным образом и возблагодарить Бога и Божию Матерь за проявленную милость в явлении этой иконы. По окончании литургии было пропето славление Божией Матери перед ее образом, а затем владыка Викентий поздравил духовенство и мирян с этим радостным днем. Мы знаем, что от этой иконы, через эту икону Пресвятая Богородица совершила уже многие чудеса. Многие с благодарностью приходят к этой святой иконе и получают от нее благодатное исцеление, благодатную помощь, благодатное утешение во всех трудностях и скорбях, которые бывают в этой земной жизни.